Якутский городской суд отказал в условно-досрочном освобождении Алексею Конторских. Он продолжит отбывать наказание в колонии-поселении. Напомним, что 22 апреля 2016 года подсудимый, управляя автомобилем Toyota Hiace Regio, двигался по проезжей части улицы Петра Алексеева с нарушением скоростного режима. Проезжая перекресток на запрещающий знак светофора, водитель заметил автомобиль УАЗ, который поворачивался со встречного направления. Не в состоянии избежать столкновения с указанным автомобилем, из-за высокой скорости Конторских умышленно повернул в правую сторону, рассчитывая совершить маневр объезда, но не справился с управлением. В результате водитель выехал на тротуар и возле дома номер 12 по улице Пояркова совершил наезд на людей, стоящих на автобусной остановке. В результате ДТП от полученных травм на месте происшествия скончался 12-летний Коля Бурцев. В удовлетворении ходатайства осужденного Конторских Алексея Андреевича об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания отказать. Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке Верховный суд Республики Саха-Якутия через Якутский городской суд Республики Саха-Якутия в течение 10 суток со дня его вынесения, а осужденным в тот же срок со дня получения копии постановления суда.